Рождение малыша для семьи Тургенбаевых стало трагедией. Уже 20 дней Гани Аманов приходит в роддом к жене. Все это время она находится в коме. При этом врачи, по мнению супруга, разводят руками и предлагают родственникам уповать на Бога. Это врачи все упустили. Они должны были каждую неделю наблюдать за ней. Они в месяц один раз еле приходили. В итоге вот так получилось. Теперь боятся, наверное. Пришли вчера, извинения просили. Она сама сюда пришла, абсолютно здоровая, без нашего ведома. Какие-то операции провели, теперь лежит вот никому не нужная. Мы зашли к ней, а у нее капельница остановилась. Что это такое? Она же живой человек, а с ней как с животным обходятся. В областной роддом 24-летнюю Жазиру привезли из Махтаральского района. Врачи говорят, что состояние у женщины было такое, что пришлось сделать кесарево сечение. Однако, когда на свет появился 7-месячный малыш, женщина впала в кому. Врачи говорят, что у нее отек мозга, и состояние обоих очень тяжелое. Прогноз очень сложный. Конечно, все, что нужно, все, что в наших силах, наши врачи будут делать. Но делать какой-либо прогноз мы не можем. Очень сложно все. Этот случай будет разбирать специальная комиссия. Она уже приехала в Шымкент. Родные Жазиры уже написали заявление в прокуратуру. И теперь думают, как объяснить еще троим ее детям, почему мама так долго не возвращается домой. Марина Низовкина, Талгат Примкулов, информационная служба телекомпании «Утрар».